Всем привет! С вами экспериментатор Полли, и в этом видео я покажу вам 4 прикольных эксперимента, которые развлекут вас во время домашнего карантина или просто когда вам стало скучно. Первого эксперимента нам понадобятся красители, молоко и вата, смоченная жидкостью для мытья посуды. Капаем краситель с помощью пипетки в молоко. Теперь кладем вату прямо в центр тарелки. Смотрите, какое волшебство происходит! А теперь можно добавить краситель прямо на вату. Нереально круто! Теперь убираем вату и наслаждаемся картиной. Для второго эксперимента нам понадобится одна таблетка аспирина, его аптечное название ацетилсалициловая кислота, краситель, подсолнечное масло и вода. Капаем краситель в раствор. Чем-то это уже похоже на эксперимент из предыдущего видео. Кстати, кто его не смотрел, обязательно посмотрите. И кладем таблетку аспирина. Посмотрите, какая красота! Краситель опускается вниз и растворяется в воде. Следующий эксперимент с содой и уксусом уже, наверное, знаком многим, но я покажу вам более прикольную версию этого эксперимента. Добавляем краситель в соду и ждем, пока она полностью окрасится. А теперь добавляем уксус. Смотрите, у нас получается зеленая пена, не обычная белая, а цветная. Это намного круче. Для четвертого эксперимента вам понадобится вода и пенка для укладки волос. Выдавливаем пенку, а теперь добавляем красители. Смотрите, краситель начинает опускаться. А теперь наслаждаемся картинкой. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы сможете повторить эти эксперименты дома. Удачи вам и до новых встреч! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.